Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Я продолжаю находиться в городе Клермон-Ферран. В данный момент я в музее искусств посещаю. Точное название описания будет возле видео. Вдруг я иногда ошибаюсь, неправильно могу назвать музей. Вчера я немножко неправильно назвала один музей, но я в описании все дописала правильно. В музей приходят не только туристы, но и художники потренироваться и писать шедевры. Итак, я начинаю с верхнего этажа и буду потихоньку спускаться. Наверх можно подняться на лифте. Буду показывать картины выборочно. Музей современный. Помимо картин, тут есть скульптуры. Работа Родена, Агуст Рода. Офелия. Туфельки начала 19 века. В общем-то, картины похожие между собой по тематике во многих музеях. Картины того времени. Картины 17-18 века между собой очень похожи. Есть интересные работы. Караван, 18 век. Музей небольшой, но интересный. Рекомендую посетить. Очень интересная работа для меня, очень интересная картина. Вижу в первый раз. Это работа очень известного художника Делакруа. Очень интересная работа. Волшебный поцелуй. А тут такая игра. Надо взять фрагмент и вставить недостающие ячейки, найти какой фрагмент чему соответствует. Интересный вариант такой игры. Но везде будет подписано who is who, кто из кто. Поэтому, в принципе, можно найти, кому что принадлежит. Но если хорошо внимательно обратить внимание, это часть картины, которая стоит впереди. Это одно и то же, только уменьшенная копия. И вуаля, за одну минуту я собрала морду собачки, ребенка. И все персонажи, которые есть на этой картине. Ну и теперь эта же картина, только полный рост во всей красе. Я сразу не сказала, что это за картина. Там написано, что это возвращение Христофора Колумба из первого путешествия. А женщина, которой он целует руки, это королева Испании, Изабель. Памятка об этой картине, и тут написана история этой картины, что изображено. А рядом картина, которую я потом сняла, я еще специально засняла, чтобы еще раз показать, это, как я понимаю, утро после Варфоломеевской ночи. А женщина в черном, как я понимаю, это Медичи, Екатерина Медичи. Кровожадная Медичи, которая устроила резню. Тут на картинах можно какие-то исторические события встретить. Это Наполеон и второй какой-то поход в Италию. Я не идеально помню историю Наполеона. У него было много походов. В общем, музей маленький, но изобилует очень интересными картинами. Шедеврально. Я сделаю разные ролики и подпишу, к какому возрасту они относятся. Там 17-18 век, более современный, ренессанс и так далее.
На этом последний этаж заканчивается. Там сидят детки и ведут там с ними учебную какую-то работу. Ну, маленькие совсем сидят. Так, там очень шумно, я отошла в сторону. Так, этот этаж я закончу. Потом я подпишу, как это будет называться. Внизу художники тренируются. Я спускаюсь на один этаж ниже. Это будет уже следующее маленькое видео.